фонтанами. Круг с фонтанами, магазин с телефонами. 25 ноября. Нечанки, я бы сказала, движение почти восстановилось или вообще восстановилось. Такое ощущение, что все, никакого локдауна не было. Все шумит, все работает, все ездит в огромном количестве. Вон там ребенка в драконовском шлейфе повезли. Красный свет, все остановились. Что у нас тут? Посмотрим, понаблюдаем. Три бутылки везет. Одной рукой держит. Одной руль держит. Кафе работают. Люди в кафе сидят. Одно кафе, второе. Вчера, точно, работает детский сад, работают школы. Ну, наверное, с какими-то ограничениями, но они работают. Вон, видите, родители за забором стоят, а дети там внутри. Католический собор. Вот, католический собор. Вообще сегодня погода классная. Пицца-хат работает. О, представляете себе, в Нечанге собрались еще и Макдональдс построить. Ну, конечно, я понимаю, что тут вьетнамская кухня прекрасная. Но вьетнамцы хотят экзотики. Макдональдс для них экзотика. Поэтому в огромном комплексе NB он скоро откроется. Ну, вот что есть, то есть. Театр. А вот театр пока не функционирует, потому что, очевидно, ну, купить еды, это понятно, там, посидеть в кафе, понятно, в ресторане, а вот на театр люди еще пока, да, там и ограничения, наверное, работают еще. Пивоварня открылась, ух ты. Так, новый магазин компьютеров, куда мы едем-то? И это кафе работает, и Пьер Карден открылся. И около вокзала, как обычно, дежурят таксисты. Ну, в общем, сейчас мне надо будет объяснять, куда ехать, поэтому вот до вокзала. Всем счастливо, еще до следующего видео.